наш отель Les Closes Andorra. Очень прикольное размещение, стильный такой отель, и прямо-прямо он находится в центре. По шаговой доступности все шопинг-моллы, магазинчики, и в принципе до достопримечательности здесь по 8-10 минут пешком. Заходим. Вау, за 68 евро с завтраком вот такое вот чудо. Поразило, очень красивый отель снаружи и внутри. И вот такая вот ванная комната с душевой, с огроменным зеркалом. Приятный запах. На данный момент самый пахучий отель, в котором мы были. Очень красиво. С большой кроватью. Ванная прозрачная. Ух ты, это дополнительная кровать. Класс! Дополнительные еще две кровати. То есть здесь можно приезжать с целой большой ташкентской семьей. И вот так вот просто здесь. Потому что, наверное, горнолыжка. Да. И вот такой вот чудесный вид открывается из нашего отеля. Мы прямо в центре находимся. Так необычно. Немножко с погодой не повезло, правда? Дождик. Но у нас есть зонт. Мы попросили поменять нам номер, потому что там был Wi-Fi очень слабый. Вот нам поменяли вот на такой вот номер. Мы решили остаться еще на сутки. Всего двое суток мы здесь будем в Андорре. Очень все тут миленько и здорово. Вот такой вот тоже немножечко другой номер. Но зато у нас будет Wi-Fi роутер прямо под дверью. И мы сможем пользоваться Wi-Fi. Вот такой вот номер. Стильно, модно, молодежно. Отель Les Closes.